уважаемые зрители Красного телевидения! Мы представляем вашему вниманию первый выпуск программы «Красота и ярость мира». Эта программа посвящена людям разных времен и народов, которые верили в человека, в его силы и разум, в братство людей, и которые стремились воплотить эти идеи в своей жизни и в своем творчестве. В нашей сегодняшней передаче мы расскажем об одном из заметных явлений современной левой музыки – итальянской группе «Банда Бассотти». Эта группа пролетарская не только по идеологии, но и по происхождению. Ее основали четверо плотников с окраины города Рима в 1981 году. Они участвовали в движении солидарности с Кубой, Палестиной, Никарагуа и другими народами. В Никарагуа они ездили в составе добровольной строительной бригады и построили там несколько студенческих общежитий и школу. Сначала их музыкальный коллектив был безымянным. От своих зрителей они получили название «Банда Бассотти». Так по-итальянски называются персонажи диснеевских мультфильмов. В русском прокате «Братья Гафс», которые все время пытаются ограбить мультимиллиардера Скруджа. Музыканты решили, что такое антикапиталистическое название им вполне подходит. С 1991 года они записали 9 альбомов, которые принесли им известность не только в Италии, но и по всему миру. Сейчас в группе 9 человек. Среди инструментов – гитара, тромбон, саксофон и труба. Состав типичный для стиля ска-панк, к которому чаще всего причисляют музыку «Банда Бассотти». В этом стиле песни самых разных стран и народов приобретают новое необычное звучание. Левая культура в Италии имеет глубокие корни. Одной из любимых народных песен является партизанская «Белла Чао». А красное знамя с серпом и молотом можно нередко увидеть на трибунах футбольных болельщиков. Творчество «Банда Бассотти» тесно связано с традициями боевого рабочего и антифашистского движения. Музыканты участвуют в демонстрациях против «Большой восьмерки» и в коммунистических фестивалях. И где бы они ни выступали, в Афинах, Токио, Берлине или Буэнос-Айресе, на
концертах обычно поет весь зал. Сами музыканты объясняют это тем, что их песни можно бесплатно найти в интернете и вполне довольны этим, так как не признают авторского права. Но дело еще и в том, что темы песен близки и понятны каждому простому человеку, где бы он ни жил. Банда Басотти поют о несправедливости нашего мира и о том, как с ней бороться. В их музыке есть и здоровая злость, и неукротимая энергия, и радость победы.